Так, ну его нам, по-видимому, опять предлагает вставить камушек. Все частички у нас с вами отпали, и нам нужно с вами опять их как-то пробовать собирать. Ну, не знаю, вот эта часть, я считаю, она должна вот тут вот стоять. Как вот начало, да, такое, так скажем, своего рода. Так, ну как бы ее тут поставить-то бы? Поровнее-то бы. Вот как-нибудь вот так вот, наверное. Как нам поставить вот эту часть? Может как-то так или... Может так вот как? Так, давайте попробуем. Да нету, мать вашу, что ты берешь ее? Давай вот эту возьми. Так, ну это явно никуда тут не подойдет. Это понятно и дураку. Поэтому в первую очередь, мне кажется, надо все-таки нам пробовать с вами вот эту вот большую куда-то пристраивать. Как она у нас с вами может встать, надо посмотреть. Она может стать так, но нам какой-то нужно правильный баланс рисунка, я не знаю, что ли. Может так ее как-то поставить. Да нет, так она тоже только так не пойдет. Здесь тоже никак. Кто проходил игру, они, наверное, меня все-таки поймут, потому что они знают, как это на самом деле сложно. Давайте попробуем вот здесь, может ее как-то поставить эту. Может она как-то, в принципе, смотрите, да? Угу. Уже что-то у нас с вами тут вырисовывается. Так, этот кусок. Куда мы можем примостить? Так, а он сюда у нас с вами подойдет или нет? Если мы его куда-нибудь вот так вот, допустим, поставим его. Так, эту. Ну, эту штуку я... Так. А если мы... А чё ты, сучка, не ставишь это? Если мы... В принципе, вот это крыло какое-то слева, смотрите, это... Подходит оно как, если вот даже как-то... Так, а почему она не ставится? Может, у нас как-то это стёкла с вами, может... Может быть, как-то вот надо вот так вот ее поставить. Вот тут так... Может быть, просто мы еще как-то неровно поставили, допустим, как вариант, может быть. Поэтому у нас с вами другие части, они не ставятся. Смотрим, смотрим. Так, нам нужна вот эта с вами часть, вот эту. Надо как-то пробовать вот пристраивать ее вот здесь, оно, хотя она... В принципе, как-то и не хочет вставать. Может быть, нам с вами попробовать вот эту убрать, чтобы встала та, как вариант. Давайте попробуем поставить вот эту вот. Так. Ну и поставили мы ее тут, и что? Как нам сейчас вот эту поставить тогда? Как она у нас вообще стояла? Вот она когда стояла, смотрите. Давайте. В принципе, вот, дорогие друзья. Вот она у нас с вами эмблема, но у нас тут с вами все криво, поэтому вставать это дело ничего тут так не просто не хочет.
Может, как-то эту пониже нам с вами поставить. Вот так вот, допустим. Так, в принципе, суть нам понятна и ясна с вами. Опять, почему тут такой зазор остается, мне вот непонятно. Вот это вот. Это-то встанет мне с вами или нет? Вот эта часть опять не встает. Давайте попробуем с этой стороны начать. Как вариант. А эту... Вот мы так поближе с вами пододвинем. Вот сюда ее. Эту сейчас возьмем. Ну и загадочка. В принципе, пазл-то не такой сложный. Нам нужно как-то с вами сделать вот это вот поровней мальца, так скажем, чтобы... Ну все, сейчас она у нас с вами и заходит. Вот это вот тоже неровно стоит, мне кажется, да, немножечко. Во-во-во-во-во, смотрите. Сейчас мы с вами выберем вот эту вот, попробуем ее поставить. Как она у нас должна стоять? Как ты должна стоять? Вот так ты должна стоять. Мне кажется. Эта часть на самом деле остается. Все отлично. И ключ у нас, смотрите, какой-то